Так, стрельба понизу. Над машинкой не. Да она вся внизу идет, о чем говорю. Это, наверное, на землю лупит, да? На землю лупит ураган. Это на землю. Прям под нами. Вот наземка, ой, по наземке вот уже не лупит. От него отходит, ну, скорее всего, фок, потому что очень быстрый. В какую сторону? Каким курсом? Вдоль дороги, разворачивается влево. Могу спуститься, если... Идет на второй заход, будет еще раз штормить второго лица. Да, сейчас вот он разворачивается, опять заходит на цели на дорогу. Ну, опять будет, стоп, вот опять нет, стреляет. Пытаемся, давай. Какой-то медленный немец. Бляха, сейчас... Переписька оторвется. Неужели? Желтый нос, немец. Мессер. И я его потерял. А, вот он, на дороге. Тебе тут еще сидит. Дохожу на него. Вижу. Да твою мать, блядь! Ты мимо? Че? Я не попал. Он к городу пошел, да? Мессер, да. Ну вот он передо мной. Ага, вижу. Я выше вас. Если оставайся выше, двоих. Хорошо. Ой, красиво, бедный. Красиво. Горит. Все, можно бросать. Да? По-моему. Да, горит. Пожар, пожар. Хорошо. Все, тогда уходим. Отлично. Так, танкист, я тебя вижу, ты бежишь. Я выше, прям над вами четко. Хорошо, ты сиди с нами. Я сижу с танкистом. Я тебя над машинками. Одна. А, большие машинки. Да, уже один закрыл. А высота? Поднимаемся. Сейчас 1000, да, поднимаемся. Так, ну вот эти трое, это наши, да? Четверо. Как? Где? Я не вижу никого. Прям над нами. Как все знают, что над нами? Ну, где мы были до этого? В толпе. Куча яков и лавки. Еще четырех там не было. Максимум три было. Ну, не знаю. Они друг по дружке не стреляют, я предполагаю, что это наши. Танкист на 7 часов на контакте. Три. Да-да, я видел. Стрельба. Давай, вправо. Дай. А, принял. Стрельбу не видел. Воздух не вижу, один за нами. Да, бир. 4 контакта. Там много контактов уже. Да, пойдем разберемся, идем. А мне можно, да, вступить, да. Подраться? Да. Спасибо. Над тобой контакт какой-то шифт. Да. Это я. Тоже. Это я. Могу мигнуть, если надо. Так, внизу дым на один, вверху на... Нет, это ты за... Ты идешь за шифт, а над ним еще впереди слева. Впереди слева на 11, это свой, только почему-то он вниз не падает. И еще вниже, еще один контакт. Вот за, он сейчас заходит, видишь на него? Вижу, это я. Это я, и Як заходит мимо меня, вниз. Пикируя на правую клавишу. Як. Это я сбил мясо только что, так что, может быть, тут и немцев не осталось бы. Опа, у меня 6, меня пробили. Я ж тебе, блядь, сказал. Так я посмотрел вот на него. Мои, блядь, все. Вижу твой дым. Уходит вот. Вверх. Он намного быстрее, да. Но у меня он только... уходит вверх.
Топля. Над тобой еще один крейдер. Я буду темный, а пойдет. На солнце иду с набором. На солнце. Так, я два дыма разных. Сектор, разные, да? Точно уходи, разные. Уходи, все, и ухожу. Пусководка. Хотя они сейчас только ставят, пойдем. Вода... Квадрат 379. Секторов там много. Так, ты куда пошел? Я тоже отбегаю? На меня летишь. Дир, тебе на север надо. Ну вот я туда и лечу. Либо осталось наверху, так что тебя бросили. Блять, надо ёбаный кокпит не закрывать. Когда обследуешь ситуацию, конечно. Я вот буду начал думать, сейчас буду заходить куда-нибудь. Он его сбил, что ли? Дымный падает. Вот это либо он сбил, либо его. Пока не ясно. Так, еще стрельба, вот слева. Танкист, под твоим левым крылом. Вниз, в нулях или где? На нулях, штука там, по-моему, дымит. Или что это такое дымит? Вон дым пошел, видишь? Ты же рядом со мной летел, да? Да вижу, сейчас взорвалось что-то, ебать, еще взорвалось. Охуеть, это уже не штука, это, наверное, хенка, блядь. Похоже, что это зонтальщик этим выпустил. Шифти, а ты где? Я тебя потерял. Где-то недалеко, я тоже потерял её. Да, не завод долго. Где 300? Ну чё, у меня весь дым прошел. Как прошёл? Не мог лететь. Я был вот дым. Так. Нету ничего. Когда вытекли? Белый дым был. Меня постреляли. 100. И там температура по 100. Нет, у тебя тепло, тепло. Я тоже так подумал, что тепло. Да я на твоей высоте вижу вас, он над тобой. Куда он взял? Переворачивается. Переворачивается, начинает падать аккуратно. Нет. Да, падает. Подхожу к вам. Падает. Близко. Ой, крути вниз. Ой, крути. А, ты контролируешь, да? Что-то он свою траекторию прям стал на 6, на 6. Все, проскочил перед тобой, выскочил. Я не вижу. Высоту скажите, пожалуйста. Полторы. Две у них. Но он с энергией. Так, еще раз заходит, не вытягивай вверх, только не вверх. Так. Стреляет. Он над колонной? Да там, где тебя пробили, блядь. Все, понял. Смотрите, я... Он оставил, я у него на 6. Да, ты видел, тут близко. У меня только топливо потом пробито. Он пикирует, разгоняется, походу, вопрос. Да, сваливать решил. Пересмотри там за 6. А, чуть-чуть. Опоздал. Кабин закрывал. Он еще на кого-то заходит, слушай. Нет, я на нем сижу. Блэк меня внести хотел. А вот ты козла. Попал. Что-то даже дымка еще попал. Здесь дымок пошел. Еще попал, радиатор пробил. Еще попал. У меня остались только пулеметики. Можешь добить? Давай, я вот тут принял. Так, яма машинками, которые. Сука, не попади. Отлично. Все, вывешиваю вы тебе его. Вижу. Красиво, вешаю. Отлично. А, это и не ты? Хорошо. Да, жалко, если это не ты. Нет, я вторым стрелял, ты первый. Другой был. Упадет. Все, его убили. Да, он где трупер, наверное, убит. Выбираемся, будем домой. Что рядом со мной? Рядом с тобой якорь был какой-то серенький. Стою в левом. Стою в левом. Право. Принял. Я рядом справа. Выше. Разбер, ты у нас или вышел? Я пытаюсь идти. На песковатке. Да. У меня же хвост. Блять. Привет. Слышно? Да. Да, здорово. Блять, я тебя не вижу. Ты ранен был, да?
А, вижу, 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 подходит, подходит, подходит еще. Я тебе далеко. Какой стороны? Так, он выше. Это якорь, блядь. Бля, ребята, короче, на отходе там еще один мест. Нос. Вот, я синтез, что меня прострелил, но я не святой дух. Мотор поврежден. Так, отходи, отбегай, отбегай, его завязали, бой. Да, нет, хорошо, пытаюсь отходить. Сбер, ты тоже пусковат. Да, у меня 6. Хотя я не грешу. А высота твоя ж, ай, блядь. Вяжки фабы по 500 и по 250. Это вот по крайней мере с Качалинской. Две по 250. Ну да. Да. Есть. Так, кто еще предупредить? Причем они он строили автоматом идет. А просто там. Нет. Другие филды посмотрите, на других мужчин будет. Да, походу. Ну что, на чем вы находите? Кто готов идти? А, танки сажаю и готов, вот я захожу. Я бы лучше в прикрышке бы полетел, на самом деле. Чем нет. Я... Слушай, я не знаю, что с тобой делать. В смысле, что со мной делать? Что, не слушаешь с тобой? Вы что, штурмите? Нет. Пока летели, на истребах летали, сейчас были. Наверное, штурмить только два порта. Ну, если каждый скинет по 500 килограмм, я думаю, можно его грохнуть. Почему 500? Ну, 2 по 250. О, зашибись. Пустое место просто тупо стреляет вверх. А, есть такое было, я видел. А оно может меня подбить, я мимо него прохожу? Лучше не проверяй. Да. Да не, проверь ради интереса. Проскочил его. Не, он две очереди дал и все, как бы, тишина. Причем там еще от него дым идет. Да, 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 как будто двигатель горит, это и пыль. Внеочередной артефакт. Люкофакт. Опа, да где? Мы где-то в небе. Офигеть, я думал, ты нас ждешь. Зашибись. Один легкий. Прервал вылет, написали, блядь. Сел идеально. Заглушил двигатель. Я тоже написал, прервал вылет. А это баги. В группе вообще не записал. Блядь.